1 по 4 декабря в Омске прошли 36-е всероссийские соревнования по художественной гимнастике в памяти заслуженного тренера СССР Галины Горенковой. Награды турнира оспаривали 500 спортсменок из 23 регионов. Этот турнир – это отличная стартовая площадка, с которой в том числе начинали наши известные олимпийские чемпионы. Это возможность проверить себя в кругу сильнейших гимнасток. Это возможность приехать в Омск, где считается одна из лучших школ в России, чтобы показать себя, чтобы заметили наши омские тренеры, может быть, разглядели. С приветственным словом к участницам и гостям обратилась заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова. Я желаю всем участникам выполнить свои программы на максимум своих возможностей, получить удовольствие от программы самим, конечно, отличной традицией турнира стала красочная церемония открытия. Зрелищные композиции ярко подчеркнули особую атмосферу соревнования. В этом году, во-первых, у нас очень много народа приехало. Во-вторых, у нас очень такая атмосфера теплая. Прилетела Ксюша Дудкина, это наша олимпийская чемпионка, это наша гордость, которая тренирует сборную команду России в групповых упражнениях. Нашла время, прилетела к нам сюда. И, конечно, борьба на этих соревнованиях очень такая яркая. Спортсменки соперничали в нескольких видах программы. В групповом многоборье по программе мастеров уверенную победу одержала команда Омской области. Ксения Рудькина, Виктория Гарина, Алина Аверьянова, Екатерина Чеканова, Анастасия Белорусова и Полина Москвина выиграли с солидным преимуществом, набрав в сумме 71,7 балла. Турнир Галины Павловны Горенковой – это наш домашний турнир. Нам очень приятно выступать в родных стенах, на родном ковре. Хочется очень понравиться нашим домашним зрителям. В целом наш сезон прошел довольно успешно. Мы старались максимально передать образы, которые составлены в наших программах. Очень сильно старались работать над артистикой, над хореографией. И я думаю, что у нас это неплохо получилось. В личных соревнованиях блестяще выступила амичка Алина Перфильева. Она представила насыщенные сложными элементами композиции и выиграла главную награду турнира в личном многоборье, а также 3 золотые медали в отдельных видах. В упражнениях с булавами, лентой и обручем. У нас изменились правила в художественной гимнастике, и в России теперь мы можем делать все, что хотим. То есть, допустим, упражнения с булавами, я прыгаю около 15 прыжков, что выглядит очень круто и сложно. Также эту программу мне составил заслуженный тренер России Екатерина Сергеевна Сиротина в августе этого года на сборах. И вот с августа я начала ее работать. С каждым разом получается выступить все лучше и лучше. И, как говорят многие тренеры, что по мне не видно, что мне тяжело, хотя на самом деле это очень сложно делать такое упражнение. Вот. Также фишкой упражнения является купальник, потому что у меня есть нашивка, которую я в конце упражнения открепляю и прилепляю. Три омских спортсменки завоевали серебряные медали соревнований. Майя Колобовникова стала второй в многоборье. В этом году гимнастка успешно сочетает выступления в личных и в групповых видах программы. Дана Семиренко представила оригинальную композицию в упражнении с мячом. Дарья Михеева отличилась в выступлении с булавами. На этих соревнованиях у меня получилось выполнить все, что было задумано. Всю программу я очень хорошо оттренировала, поэтому к концу года уже... Можно сказать, была лучшая форма. У каждой композиции есть свой образ, его мы придерживаемся, стараемся оставлять на ковре только лучшие эмоции. Музыка также очень сильно помогает дополнить этот образ, также костюмы и артистика. Очень много хороших гимнасток, одинаково сильных, смелых, трудолюбивых, то есть все работают, все стараются. Очень красивый турнир, мне очень понравилось. И, плюс я как бы дома, я обожаю эти стены, я обожаю здесь находиться, я обожаю все, что здесь происходит. В командном зачете золотые и серебряные медали завоевали сборные Омской области. На 3-ю ступень пьедестала поднялись спортсменки Кемеровской области.